Всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала. С вами сегодня Шмели Вадим. Всем здорово, ребята. Поздоровайся, Вадима. Здорово. Мы, короче, ребята, нашли сейчас данжу. What the fuck? Чё случилось? Смотри. Я не вижу, где ты? Я внизу. Сейчас, подожди. На один этаж. Ты по меня. Да я просто на первый этаж спустился. Блин, я случайно не то вел. Можно. А, все, нашел тебя, вижу. Смотри. Чё там у тебя? Отойди. Нихрена, это чё такое? У меня сейчас такой же вопрос, Лёша. Вадима, беги, беги, Вадима. Вадима, беги. Он вылез, он мне пол хп. Я не знаю, сколько он вышибил, офигеть. Ты жив? Да, жив, у меня пол хп. Где он? Ты куда побежал, наверх? Да, наверх. Он не погнался за мной, у тебя сколько хп? Все, мне не дали. Нифига себе. У меня пол хп. Да, есть. Капец, бро. Ты чё мне не сказал? Я не знаю, он взлетел, короче, и меня взял, ударил. Возможно, это какая-нибудь магия. Не знаю, но знаю, что я сейчас должен решить. Короче. Подожди. Давай. Бери всем эти хп, отгинь. Нет, у меня три хп. Вот, нифига. Гасим, он сквозь стену проходит. Ты чё гонишь? Давай его, короче, отфигать. Он тут. Где? Все, бежим, Вадима, бежим. Он не убивает, но он очень много снимает. Я знаю, он вообще офигеть. Просто офигеть. Я знаю. Беленькие осколочки, мики, которые тебе придут ценные. Короче, ты пошлися ты домой, я пока тут побуду маленько. Ты отойди подальше от края. Леха, отойди от края, если он прилетит, он тебя. Хотя да, ты прав. Сейчас, подожди, я здесь сетком поставлю. Угу. Да, ты понял, что ты единственный человек, у которого человек ник начинает так. Пофиг, это он хоть маленько, наверное, задержит его. Сквозь блок прошел и ударил меня. И чё? Ты его задержишь, знаешь, насколько? Ну-ка, я это изучить ты могу? Нет, я это изучить не могу. Кстати, у меня стих есть, прикольно. Капец, вот это реально капец, я впервые в жизни. Кстати, меня он не бьет, у меня есть два чарма, чарма жизни. Кстати, ребята, IP будет в описании сервера. Так, а люди, сразу я вам говорю, люди, пожалуйста, не забирайте туда, что мы не нашли, как она наша. Да, на наш. Нет, я координаты это не. А, не с. А, блин. Ты не забыл координаты вход. Да, если бы. Ты свой вход? Нет, они же тут показаны. А, нет. Там ты забыл, что там наверху не прибавил. А, точно, там же пароль нужен. Да, пофиг. А все равно мы сейчас облутаем все. Чего? Да пофиг. Это же этот. Это же нас. Наш этот сосед. Да. Так. Да во второй серии это все. Извиняюсь, Леха, но. Пауза, ребята, на 5 сек вообще. Кстати, ты вышел свою стекляшку. Ребята, короче, мы посоветовались с Вадимкой, и мы сейчас будем, короче. Хитростью убивать этих гадов. Хитростью убивать этих гадов, да, именно так. А главное, что они проходят сквозь стены, и они большие, мы хрен знает, сколько у них хп. Нет, главное то, что я покушал. А что мне майнинг? Че, пауза или нет? Или мне пока побегать тут? Нет, пауза. Окей, пауза, ребята, извините. И мы продолжаем, ребята. Сейчас я тпшусь домой. Вадим сказал. А, блин, меня залагало. У меня не лучше. Я не могу даже сундук открыть. Тогда это уже проблема. What? Чего? Короче, бери все наши мечи, все, короче, бери самое крутое. Вот, кстати, ребята, наш домик, как мы его украсили. Как ты его себе только что украсил. А, ну да, как я украсил, да. А почему у меня это не выпало, не понял? Да, маленько, у меня подлагивает. Так, подожди, я посмотрю. У вас есть рамка? Рамка? Да, рамка. Нету, а зачем тебе рамка? О, да, молодец, то, что ты это одел. Чё у тебя тут? Так. Фига ты. Да. Извини. Сейчас, погоди. Да чё за хэ?
Я нашу систему озвучки выключу. А, ты их даже две поставил. Я систему нашу озвучки убрал. Они меня задолбали. Мне надо 9 баллов. 9? Да. Ладно, сейчас иду. Давай. Угу. Открывай волшебный верстак. Какой? Да. Положи меч в первый слой. Положил. Алмазы вместо листочков. Да. И забирай меч. Все это, блин, сейчас. Меч забирай. Да? Фу, подлагнуло. Хорошо, что подлагнуло, да? Давай меч. Ну чё, пошли? Я беру свою тинтишку любимую. Пожалуйста, вот Вадима. Мне надо кирку сначала сделать, у меня же кирки нет. А, у меня есть алмазные кирки. А, ты чё у меня так лагает-то, а? Чё у меня так лагает? Куда делся мой топор железный? Куда делась моя тинтишка? Я выкинула. Выкинула? Блин, да я тинтишку. А, кстати, там есть рамка. Одна. Сейчас, подожди. Угу, у меня вообще лагает просто капитально. Нет. Где моя TNT? Куда я ее дел? Я ее не... Нет, я не мог ее потратить. Я ее никогда не бы не потратил. А, вот она, господи. Ладно. Так, теперь мой рычаг ищем. Вот он, рычаг мой сразу же. Повесь эту бичку. Ты ее снимаешь? Да, снимаю. Повесь эту бичку. Куда, сюда? Да хоть куда. Сейчас я за карту повешу. Ну, давай. Сейчас подожди, язык не тут. У меня очень зверски лагает, я не знаю почему. Да знаешь, давай вниз туда. И снять можно как-нибудь? Самое было, кстати. Куда она делась? Будет делать дома. Ты что, серьезно говоришь это мне? Да ну ты гонишь. Да, ну ты еще видео надо. Да, у меня еще подлагивает. У меня на это тоже такое, такая хрень была. Капец. На зарваку, где я и там. Ну а, вот тут я взорвался. Вот где ты, а что, пшеница выпал? Кого? Нет? Нельзя на чужой территории взрывать. Хочешь, проверю. Не хочу. Бери их в кофе, они ценные. Из них же ничего нельзя сделать. А музыка? Да, Вадим, это музыка. Она мне, знаешь, как на мозги. Я хотел вот сюда поставить эту рамочку, куда-нибудь сюда вот. Кого? Может взять супер штаны, которые прыгучие. Которые ты мне дашь? Нет. Почему? Тупо потеряешь, да, еще. Ну, штаны, блин. А, ты появился уже, молодец. Ну все, я тиндишку я взял. Кстати, не понял, почему у меня рычаг не взялся. Рычаг, рычаг, рычаг. Чего? Ничего, я уже не понимаю, что происходит. Вот у меня вот абсолютно такой же, Вадима. Ты не подрался чем-нибудь? Что за хрень? Что? У меня сейчас блоки с руки исчезли. Исчезли. А, ты не Нет, а ты не подобрал мои эти дуб мой? Два дуба. Блин. А где твое железо? Это что за херня, Вадим? О, и камень мой, булыжник мой. Вадима, ты читер! Как это вообще возможно? Скажи мне, пожалуйста. Ты был наверху, когда я смотрел свой сундук. Чего?
У меня еще какой-то баг был. Ну ладно, я потом на съемке посмотрю. Исчезла? Куда? Карта. Исчезла карта? Которая простая карта. Вот она, вот она. Нашел, все. Она там была. Так, вот она, возьми. Сейчас, подожди секунду. Надо люк сделать. Как люк делается? Знаю, я тебе телесилу дал. Где? Взял я его? Да. Давай. Ага, спасибо. Я в броне. Я тоже в броне. Хотя нет, у тебя есть это зелье силы? Есть оно у тебя? Три штуки, молодец. Будешь его, короче, там использовать, когда мы будем их бить. У нас какие-то, я тебе говорю, лайки какие-то бессимые, мне уже ты. Да, да. Тоже такая хрень. Ну я с чарами жизни, если что, а я не спасу жизнь. Так, я хотел люк сделать. Как люк делается? Это что такое? Пздри. Древняя коса. Стри, карта. Чего? Ого, круто. Тебя на ней погрузилась. Да. Давай. Я опять лутну. Я наверху постою. Ты? Да, да. А, да, ты наверху, да. Может, еще чарм внутри да, вот оно, кстати. Посмотрите, какая красота. Смотрите-ка. И чё? Что оно у меня падает? Там? Вот, ребята, вот кто... Это, согласитесь, то, что это красота, напишите в комментариях. Это не, за красивое дерево, чё тебе не нравится? О, ну я на лечение дал другое, чтобы сразу это выключить. На тебе зелье лечение, на тебе другое зелье лечение. Угу, давай. Кидай. Сима. Ну чё, пошли? Я смотрю ещё. Я уже готов взрывать так, Вадима. Я в броне. Ты возьми железный меч. Железный? А где я у тебя возьму? Я у тебя все эти. А, давай возьмем мечи, которые мы хотели. Какие? О, мой. У меня есть еще это каменный меч. Он говно, он небесный карта. Сбежи свой меч суперский. А, мой суперский брать. Сейчас подожди. Тут он. Вот он. О, да, мой мечик. Мой мечик. Эй, я-то не буду психовать, если нас сольют. А, да меня это бесит, у меня он мой меч выкинул. Да я не знаю, он выбрасывает мои вещи, когда подобрал? Я... Да, подобрал. Нет, в рулете его нету. Сейчас подожди. Кого? Нет, да, я его подобрал, у меня он берет, короче, смотри, я вот так беру, перелаживаю вот сюда, вот, и он выбрасывает его. Фу, главное тинти не поставить здесь. Да, пищеховая. И убери тинти в другую руку. Так, мы взяли еду, мы взяли факелан, я взял. Взял, да, взял все. Все взяли. Так, что твой ник прописывать? Да. Это ты. Да, это ты. Главное там сверху не поставить. Чувак, я не могу. Ну да, у меня FPS на 18, на 16 просел. Я вот тут так, они там. Мне показалось, это там голем. Я чуть ли реально. Они там, я их бью. Это просто призрачный рыцарь, Лёха. Это не фантом. А, не фантомы это еще? Они не проходят. Через это. Ты гонишь? Отойди. Отойди, убивай их давай. Я залагал, куда он делся? Не знаю. Я тоже лагнул. Все, бежим, Вадима. Бежим. Ты хочешь сдохнуть сейчас? Он мне не хапает снос. А, нет, он мне хапает. Отойди. Он там... Ой, они пролезли. Он топорами кидает. Я видел, да. Че, тинтишку ставить? Нет. Почему? Потому что я не знаю, что с ним делать. У нас слишком сильно лаги, чтобы с ним делать. Главное, из-за чего?
Ой, он топорами. Чего? Может, все-таки в ту комнату? Какую? Ты понял. В какую комнату? А, блин, где интернет? Что, ну, здесь нереально играть. А, я думал, ты про Майнкрафт. Ну, как хочешь. Давай, ладно. Поднимай все сюда, я выйду. Подожди. Можно я поставлю тинтишку? Они тебя бьют. Нет, это не меня они бьют. Потом. Это я упал. Потом. Если они на тебя окружат, нажми правую кнопку на этом мяча, и ты должен отобрать. А, да, знаю. Все, отключайся. Сейчас, подожди. Трех это не защищает от них. Защищает? Жестко. Да, они проходят сквозь стену. Ну и чего? Это не значит то, что это давай, не защищает. Ладно, пауза, ребята. Смотри, один ты какой-то их лидер. Кто? Не понял. А ты вообще где? Я внизу уже. Ты меня... А, да, нашел тебя. Кто-то кидается киркой? Топорами. Это кирки. А, это кирки уже пошли. Чего они от нас убегают? Может, пойдем все-таки? Давай-ка. Босс летит. Меня-то подлагивает маленько. Меня тоже подлагивает. Нифига. Да. Я убегаю. Давай. Сейчас, да. Все? Захавал? Я пошел, у меня она очень короткая. Что? Чё? Это не босс сделал, или я могу? Ой, я тебя ударил, походу, извини. Да, ты лучше их не бей, ты сам. У меня хп 4. Я О, броня выпала! Я же слил одного. Ты уж слил? Три брони ихних. Да. Ну-ка, сейчас. Он целый? Нет, он слоп поломанный. Сколько? Ладно, Давай, короче, я их починю маленько. Но, давай еще один. Они, кстати, улетели все. Ура. Есть. Стой, не ломай спавнер. Это не спавнер, это сундуки. Если бы это был спавнер, я бы уничтожил вообще в пушку. Не надо было бы. Знаешь почему? Я тоже. У меня сундук. Могилу, видишь, как было? Там шли могилы. Там еще один был. А, они одинаковые все. Нет, у меня один густой, кстати, меня растут сюда. У тебя на чем? Защита и... Ну, да, нет. На, возьми. А он там на густой костей. Погоди, ты мне нагрудник скинул? Нет, ты мне не скинул. Нет, у меня его нету. Вон у тебя внутри. Или ты слил. Может, ты его соединил? А, возможно, извини. Ладно. Да. Какую? О, защиту. Да, на тебе на защиту снарядов и костюм слабый, хорошо? Давай. Да мне вообще по барбану, где? Я сабля, эксель, дамаг и бищи не снимаю. Почему бищи не становлю? Еще топорный эффективный. Подожди. На тебе топор. Какой? Давай. И киркан эффективности. Это крутые, кстати, вот эти вот вещи ихние. Смотри, они нормальные. У них всего урон по 7. Всего. А, не, это как получается, как алмазный, а да? Кинь мне, кстати, этот, как его? Пузырек. Нагрудник. Я хочу нагрудник. Да. Дай мне алмазный нагрудник. Нет. Кинь его. Тебе повезло, что он не слишком он, что он не очень ценный, поэтому я тебе его даю. Давай. О, да, я чувствую себя защищен. Только полтора не хватает. Ой, не то. Это на защиту 3 нагрудника. Чего? Хорошо, что они все улетели, вот они открылся. Угу. Тебе будет, знаешь, что... Это могилки их не по... Да, да, это тебе. Да. Спавнер? Нет. Что? Просто могилку раскрыл. И что, ты его пытался? Не знаю. Я думал, это ты что-то сделал. Если может спавнер, это будет лучше. Возможно. Там еще один топ. А, нет. Чё? А, кстати, это хрень будет, если не выпадет, то он выпадет как бы лучше. Ну ладно, пошли. У меня 18 левел. У меня 13. Иди сюда. Я пошел. Ну, меня подлагиваешь, да, ты. Подожди, если маленький гоблин, видишь, их мочу я, потому что у меня... Сейчас, подожди, секундочку. Чего? Слушай, что можно еще? Анимация, она и так выключена. Вот, ты там факела мне поставил. Чего?
Где? Ты у меня вообще знаешь, как ты лагаешь очень сильно, я тебе скажу. У меня мало факелов осталось. О, бери ее. Кого? Сейчас, секунду. Че? Где? Отойди. Нифига себе! Из них падают эти хрени. Я знаю, которые очень редкие. Да? Да. У меня же сабля на морду. У меня показывается, типа, у него 0 хп. И он жив. Прикинь? Нет, у меня. Сколько? Две. Из них по две выпадают. Ой, еще один. Подожди, вся решетка? Решетка? Нет, не у меня. Но я могу булыжник поставить. Ой, извини, Вадима. Да я тут скопнул. У меня 4 осколка сразу. Думаю, там, кстати, еще один. Там еще один с другой стороны. Где? Дальше. Смотри, там дальше еще один за решеткой. Смотри, на второй решетке еще один. Да, вижу. Вон он. Такой же. Тема. Что с ними делать-то будем? Не будем их ломать. Не, понятно, что мы их ломать-то не будем. Все убрал. Можешь им побольше помещений как-нибудь сделать? Ладно. У меня крутой меч, который экстра дамаг. Вот этот меч очень хорошо должен покупать, но он без добычи. Пошли. Какой? Вот этот вот меч. Он, у него бич не становится 3, но он без добычи, к сожалению. Поэтому я не буду его убивать. Сундук. Два кусочка. Синяя шерсть. О, лук на силу 2, круто. Железо, синяя шерсть, стрелы, уголь. Стрелы. Да, я забрал. Чарный материал у меня. Это полезная штука, она мне двигается сильно больше всего пищи. Да, спуск вниз. Вниз. Че, идем? Здесь такое же. Блин. Кстати, на каком-то дерево какое-то растут. Там еще похоже. Можешь собрать это дерево? Нет. Да, собирай. Почему? Да я его. Давай. Тут сундук под этой моей. Слышь? Ты. Это что было? Не знаю, дальше что там. Надо их скапать с них. Одним ловушком. Господи, Вадима, я в натуре чуть ли не навали. Пошли, мы же там на капец. Тоже такой был. Да, я говорю тебе, я его вскопал маленько и взрыв произошел, капец. Нет, ты копай внизу, потому что там, насколько я понимаю, ТНТ. Это с. ТНТ там? Нет, не ТНТ, какая-то хрень. Короче, какая-то ловушка, походу. Ну, под ним. Ага. Патроны. Так, подожди, а где вход? Может, они вернулись? Я видел, кстати, вот здесь выложенную руку, что торчало. Да, может быть, один какой-нибудь остался, да и все бегает. Чуть-чуть, я им по 25 хп засыл за удар. И чё? Кажется, я там половину перебил. Походу, я троих убил. Ты меня подлагнул. И вообще, ты где? Да, ты беги просто прямо. А, вот я. Маленько, да. Где ты? Стоя, подожди, ты где? А, нет, это сам сундук, подожди. Ты где? Я тебя найти не могу. Я к тебе ТП шусь? У меня небесная карта. Я к тебе ТП... А, ладно. Ты что, нашел? Я его нашел, но... Не помню смысла. Погоди, ты сам вообще где? Я тебя найти вообще абсолютно не могу. Меня он почему-то не... Ты вначале вернулся? Да. А, вот, все нашел. Возможно, смотри, вот этот вот механизм, он и включает, да, вот эти, да, вот зеленая фигня, видишь? Не знаю, они не включаются. О. Бери эти меня. Выкини всякие булыжники, хлыжники, которые нужны. Только не которых много, а которых мало. А, так я нашел такой же вроде меч, вот он. Нет. А, нет, у меня на остроту 2. Так. Погоди, сейчас идем. Еще пробую, может, тут здесь еще трончики есть, может, здесь. Кстати, вот тут еще много развилок, чего все не ходили. Не знаю. Пойти лаз сделать? Да.
меня, да, я могу сделать. Дайте палку. Давай. Где? Вот палки. Угу. Пузырьки. Так, пузырьки. Иди сюда. Ты где? Я тут на квале. Я пока. Подожди, ты там еще. Окей. Сейчас я на квале просто выйду. Нет, я не писал команду ТП. Чего? Окей. Это какая-то. Это другая, Лёха. Кого? Это другая комната. Она огромная. Ты пока не писал? Да. Я что тут еще один сундук. В нем уже не сутки. О, уже 4 секунды. Это не двигаться. На тебе полстака. Я тоже лагнул. Вот они, возле тебя. Видишь? Там, кстати, еще один проход есть. Как я могу за тобой идти, скажи мне? Вот он. Тут дверь, тут. Иди, беги оттуда, там их трое. Ой-ой. Они друг друга бьют, дебили. Куда меня убили? Я не знаю. Все, не, уже не убегай, я уже убил. Окей. Ты я лагнул. Кстати, это не мы лагаем, а сервер. Сервер лагает? Можешь перезайти еще раз? Нет, это сервер не лагает. Хотя да, а в принципе тут сильно там много человека нету. А, может быть, поэтому лагает. Выполни. У меня уже 14 сколочка. Сейчас лагает. Я? У меня? 4? Еще один. У меня 4. Там, погоди. Там спавнер или что там? Кинь осколочки. Да. Вон туда, вон они. У меня их уже 19. За мной намного больше, но все равно. Кстати, не нажимайте ничего правого. Вот 3 минуты мы на той комнате, куда мы приходили. Вот где-то дерево. Где лава была снизу? Дерево, вот где там дерево. Ну, может лучше вернемся на крабик. А, да, я понял, насчет какой-то комнаты говоришь. О, здесь спуск вниз. А, нет, у меня тут. Подожди. Вы... Лёха. Чего? За лестницами тоже сундуки стоят. За какими? Я проверял, не над всеми лестницами сундуки стоят. Я проверял эти. 6 осколков, еще один. Нихрена там лук. Чего? Сила 2, бесконечность 1, воспламенение 1. Да? Ща, погоди. Я мне ТП-шится к тебе? Нет, теперь, ну, можешь, если хочешь. Теперь я лучше. Как хочешь. У меня лук на силу 2 вообще. У меня лук на силу 3. На силу 3? Да. Я же говорю, под лестницей под ногами начну. Смотри, вот это что такое? Смотри, может здесь. Посмотри. Еще? Вот. Вадим. Где? Вот. Неси это мне. Подожди, ты где? Я к тебе кал подпишу. Или ты ко мне? Давай я к тебе лучше. Все, ты пошелся. Слушай, у тебя сколько места в этом? Много. Можно я тебе половину скидаю? А, нет, давай я тебе скидаю, сейчас кинь мне 3 номера, да? Да, я кинул. Смотри, вот это и вот это. О, я нашел 7 слитков уже готовых металла этого королевского. И что это дает нам? Это круто. Подожди, я ставлю сетхомы, и мы добежимся домой. Окей, давай. Это 7, это уже слитки. Я уже могу сделать штаны эти крутые. Они как чё примерно? Пятерки, эти слитки должны быть очень, это правильно должно быть очень крутой. Ну, я, наверное, сделаю нагрудник, мне сейчас должно хватить на нагрудник, кстати. У тебя чё, тоже такая же долгая прогрузка, да? Я, короче, сейчас сделаю нагрудник себе такой. Окей. Не против? Ну, только мне этот отдай. А, это? Угу. Моя карта, кстати, так и не прогрузилась. Знаешь, что нам надо? Где нам? Чего? Я его кинул. Я его кинул во втором этаже. Угу. Его нету. Вадим, я тебя убью когда-нибудь. Хотя ладно, вот за. А, кстати, вот я нашел, где поднимайся, собирай. Че,
секунду. Где что ты мне кинул? Ну тебе твой нагрудник тоже мог. Ты мне ничего не кидал? Нет, ну, говорю, давай мне вопрос нагрудник, алмазный тебе твой, который... А, на. Так, что за... What? Ты мне его не бросил. Меня вот уже нет. Ты читер. Давай. Сейчас, секундочку. Чего? Вот он, да? В чем вот этой фигней, которая у тебя тут магическая всякая, не бегаем? Ну у тебя тут дофига брони. А, давай. Знаешь, что я еще больше люблю? Посмотри, что у меня в руке. Че, у тебя опять не выбрасывается? Давай перезайдем. Давай, я тебе говорю, что... Давай перезачем. Ладно, я пойду посмотрю, как она свою красоту. Не, ночью это вот реально, это просто красиво. Не знаю, как вам, ребята, но красиво реально. Это чем-то на снег похоже. Да, Вадим? Давай. Морковку будем выращивать? Ты чего? Ладно. Тебя опять все лагает, и когда, да? Чего? Ладно, типа я ничего этого не слышал, ладно? Да-да-да. У меня идея. Какая? Перезайти? Я нет. Я так перезахожу. У меня карта вроде вот тут не прогрузилась, да? А, нет, я это не открыл. Я просто там сделал. Погоди, а это наш дом или нет? Ты бы лучше бы карту нашего дома бы сделал, а? Ты какой-то фигня. Слышишь, как карту делать, а? Из бумаги. По-любому из бумаги. Не трогай мою бумагу. Где у тебя твоя бумага? Не там. Не там. Там магическая карта, ее здесь надо вообще сказать. Так, вот эту вот. Просто ее много надо. Много? Возьми 8 кусочков бумаги, подожди. И вокруг вроде, а, да? Компас надо, компас. 8 бумаги возьми. Да пофиг. Ты потом отдам. О, я зашел, да? Как там? Обычная карта. Вот. И. Вон компас наверху еще. А, да, вот нашел компас. А, легко, не, давай, все, пошел. Ты надел нагрудник, да? Подожди, да, надел. Не, подожди, ты забрал из сундука? А, он есть. Да? Кого? Нет, ты забрал из сундука эти, которые тебе были. На всякий случай, вот так возьмем. Пожалуйста, не лагай. Ой. Ладно. Капец, какие это лаги. Напиши это в чате, что... Да. Какого хрена? Чё? Ладно, ничего. Меня это бесит. Да. Чувак, может быть наш твинг... Это как грифер, это я не знаю. Мне либо показалось, там был эндермен. Или что? Я шифт, походу, заклинил, я тебе говорю, я шифт заклинил, походу. У меня кое-что другое. Да. Да сюда. И ты сюда.
Все, теперь сделай, пожалуйста, мне компас иди. Давай, давай. Фух, да, я... У меня тоже, я компас еле-еле сделал. Так, как там еще раз? Что, я сделал себе для металла, скажи? 100 деревянный, за... походу, все это из-за шифта, да? Как тебе карту снять? Да, это ж рамка снять. Я знаю, да. Там рамка. Так, где-то примерно вот тут. Вот откроем. Не лезь к су. Окей. Вот это вот настоящая вот карта, не которую ты фигню сделал. Вот, видишь? Хотя бы хоть что-то показано. Все, теперь можно вставить. Как, Вадим, как вставить карту? Блин, меня это бесит. Тебя бесит это? Чувак, походу у нас сегодня СВ будет. СВ. Вадим. О, все, я показан тут. Че, реально? Да пофиг. Че, реально, я могу сейчас все ломать. Ого, как много людей. Я знаю. Куда? Угу. Ой. Меня перестал лагать. Нет. Shift. Супер вещей. Угу. Кстати, что с этой хренью можно сделать? Вадим, будешь становиться бабой-ягой? Не надо, на металл. Ты что там сверху или... Да. Такой левел чай. Ого, Вадим, нифига себе, тут прямо 1000 людей, я тебе скажу. Вот да, прямо их вообще так много. Походу из-за того, что лаги вот такие начались, все вышли и все. Че, сегодня у нас будет СВ или нет? Ну, супер время. Ну, это как бы я хотел новую рубрику чисто вот один сделать. Так будет или нет? Ну, СВ это типа супер время, что ли, часы, летсплей. Давай, давай так. 19, да? Какое это можно? Сколько? 17. Нет, стой. Всю устойчивость, 3 шипы. Они на шипы. О, на шипы вообще ништяк. Все, пошли домой. Давай. Кстати, у меня все это время, кажется, будет включено. Чего? Капс. Что за капс? Ну, это. Вот эта вот кнопочка стоит, из-за которой он замигает. А. Вряд ли, чувак, у меня тоже лагает, и чё, у меня, ты говоришь, то, что у меня постоянно капс? Чего? Ты козёл. Ты не я. Походу, я понял, из-за чего убили лаги. Из-за чего? Из-за сумеречного леса. И кто его только что... Удалил? Вот сейчас сгоняй на спам, посмотри, там есть портал? Я знаю. Ты, чувак, ты...
такая. Ты, слушай, вот ты ничего это не подозреваешь. Мы с тобой одни. Было где-то 6 игроков. Половина, большая половина из них ушли. Либо один убрал сумочный лес, что в принципе невозможно, потому что тогда мы не умерли просто. Хотя нет, он сделал рестарт сервера, кстати. И меня-то не выкинуло, если рестарт сервера-то был, но меня не выкинуло. Вот теперь вот выкинул. У меня просто сейчас этот соединение отошло, а так меня вообще не выкидывало. Подожди. До того. Так, я себе перерывал сумочный лес, у меня почему-то долго пробежалось. А, это невозможно, ёлы-палы. Вот я говорил и буду говорить, этот Майнкрафт, когда меня доконает, а. Капец. Нет, программа нормально. Блин, придется перезайти в Майнкрафт, что ли? Заходи, я перезашел. Ладно, сейчас остановим, ребята. У меня потому что серваки не прогружаются, почему? Давайте пауза, ребята. И всем привет, ребята, это продолжение, короче. Давайте сейчас поржем, сервер удалили. Ха-ха-ха. Потому что сейчас Вадима зашел на официальный, короче, сайт. И писалось то, что... Погоди, где официальный сайтик? Вот это он? Да, вот это он. Сейчас мы вот заходим сюда. Заходим. Погоди, у меня-то показывается то, что есть сервер. Один, это не тот. Это не тот. Это не тот? Почему второй-то тогда удалил? Были времена. Чего? Ты думаешь, он ответит? Почему удалил? Не понимаю. За что? Я сейчас захожу на второй сервер. Короче, ребята, давайте я суть дела сейчас объясню. У нас лагнул Майнкрафт. Ну, как вы видели, потому что это продолжение. Вы это бы увидели по-любому. Лагнул Майнкрафт. Мы хотели... Очень сильно и очень долго. Да, очень сильно и очень долго. Мы зашли на официальный сайт, и там один сервер. Да, там, короче, один сервер оказался. Почему? Потому что это... А, ну да, ты сказал. И, короче, у нас мы хотели сейчас продолжение заснять, и потом как бы это вместе все как бы соединить, да. Но? Нифига, потому что сервер был удален. А, нет, погоди, обновление серверов, смотри. Появился. Нету у тебя? Ну, сейчас я посмотрю. Может, у меня баги. У меня опять... У меня вылетел Майнкрафт. А, нет, заходит. Да, сервер работает. Фуф, повезло. Это просто какой-то был баг. Да ну это гон, ребят. Люди, вы не думаете, что прям мы подговорили админы? Да, да, да. Мы реально не понимаем, что происходит. Ладно. Я только что телепортировался. Ребята, короче, сейчас готовьте там, я не знаю, плюшки, чай будет, продолжение. Ха-ха-ха. Сейчас... Продолжение. Короче, берете чай, там, не знаю, все остальное. Зовете друзей и. Все, короче. Мы это, короче, начинаем. Ребята, привет. Кого? Это я? Да, это чувак, короче, он это. Да, он мне вчера алмазики давал. Угу. Чего? Чего ты написал? Да, это чувак, который мне алмазики. Кумир. Невозможно отправить сообщение. О, Вадима, почему меня банят всегда? Почему я не могу в чат писать? Мне пишет то, что я не могу в чат писать. Кстати, твоя пальма так и не растет. Давай праздновать, ребята. Слышь, ты что, три бы принес бы и Смотри, нахренял, да? Вообще махуй полно. Да у меня такая броня. Ну мне такая броня, мне там нужна ахуй. Ладно, короче, заходим домой, ребят. Пускай зайдет. Пускай он зайдет, блядь.
Ладно, 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 ладно. Ты чё там, чувак? Ты чё? Да вон там. Ну зачем ты его пустил? Я его не впускал, ты нажал на плиты. Я же не впустил его пускать. Вот давай мы будем вот этого. Чего? На, доски на рост. Тебе нужно так все тебе видеть видео. Нет, кстати, он богатый. Так что, мне кажется, это бессмысленно ему это давать. Может, он меня спросит, он туда? Возможно. Не знаю, что, знаешь, что еще пару секунд, и мы идем в сумешанное забрать. Я не хочу терять время, и давай, могу время спавниться. Мобы, мобы, где? Давай, кто мы? Мобы, мобы, мобы. Давай я все убрали обратно. Там мне что-то есть надо. Слышь, напиши, есть скайп, и пускай звонит по скайпу. Пускай он еще больше охренеет. То, что мы летсплейщики, ла-ла-ла. Мы, кто мы? Кто мы? Тихо, мы летсплейщики. Скажи, он хочет сбиваться на меня. Я не могу писать. Я дам что-нибудь. Тихо. Напиши ему, пускай, вот, чисто. Напиши сейчас что-нибудь, скажи, это не наш приват. Я не хочу, чтобы он занял, он сокровит. Я не могу писать. Ха-ха-ха, давай поржем. Не, я перезади. Просто не, я не буду Вадима. Мне это надоело. О, точно, давай ему наковальню подарим. Кого? О, подари ему реально наковальню. Че, он взял? Я ему наковальню подарю. Вот он реально, он сейчас это, в афиге просто вот реально. Он в афиге, иди свою броню тоже. Окей. Где мой шлемак? У тебя. У меня его нету. Ладно. Так. Я тебе кажется, дам новый, если что. А, нет, все, все, все. Фу, я уже. Ты слышишь, если он сейчас мои в блоке будет воровать? Ну все, ему сейчас хана. Давай выпустим, выпускай его. Иди, иди туда. Я мир. Да мы знаем, что ты мир. Ой-ой-ой, бывают же инвалиды такие, как он. Не выходи, надевай броню, все, пошли обратно в шахту. Зачем? А, в шахту. Броню, я тебе. Окей. Взял броню, там все. Сели, взял все. Подожди, подожди. Ты что, все выложил абсолютно? Что? Слушай, никогда не ори на меня, тем более в свой день рождения. Ты знаешь, это потом добром не закончится. Вот там твоя зелька. Внизу сам. Да, я нашел. А, да. Так, кирка. Кирка. Нет, вон она, железная внизу. Угу. Мой тинти, два рычага. Это и уголек. Ситички, ситички. Полууголька. Ситички, фонари. Зачем они? А, ну фонари хотя бы возьмем. Факелы. О, факелы, факелы. Доску. А, да, ты взял. Взял. Давай еще вот столько возьмем. Камень? Ой, еда? Арбузик. Дай мне на, забери. Алло! Не, это никто не звонит. Нет, не открывай дверь. Ребята. Да, что за хрень, подожди. Что за хрень с моими стейками? У него порох есть! Дай порох! Вадиму! Он у нас спрашивает. А. Я думаю, нет, он просто вопрос не поставил. Я думаю, у него есть порох. Я, чтобы... А, вот тебе. Чего? Да, о, ты спасибо. Пешу, ты пешу на маху. Давай. Ахаха, ты на... Все, на маху. Окей. Если он будет тыпать, не тыпашь, я в коротку. Почему? А, ну да, ты прав. Абсолютно. И если бы... Да, ну ты пешу только на маху. Если... Да. Ну... Может, нас спал с того мира? Да ну нафиг этот Майнкрафт, Вадима, все, я пошел, короче, в это. Почему? В Counter Wars играть. Мир-то есть, нет, мир есть, я смотрел, там тот же мир. Просто хом удалился из-за багов. И че? И че нам делать теперь, скажи мне? Да. Может, его впустим все-таки, пускай посидит. ТП на спал, и все. ТП на а, подожди. Чувак, я добрый очень. О, мой, подожди, я на свой хом. Все, на спал, иди, это просто теперь нельзя тебе протереть через миры.
Окей. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Вот, ребята, мы телепортировались и... Вау, вообще лагов. Вообще класс. Вот смотри, вот эта ловушка, я нашел, там ТНТ было. Где? У меня ТНТ. Дай ТНТ! Сейчас дам. Заберу. Дай ТНТ! Дай тебе уголь. ТНТ? Да ты мне ТНТ дай. Как я не хочу этого делать. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет. Где мои ТНТ? Стоять, стоять. Где ТНТ? Фу, два вот, фу, я не увидел. Походу, у нас кроме дороги в лаву больше никого не осталось. А ты где? А, ты по... Нет, я когда поднялся наверх. Я так понимаю, я вот здесь. Где? Я тут сзади. Все нашел. И тут, кстати, еще одна дорога. Слушай, ты не убегай, а? Подожди, тут, Че? Че? Подожди, значит, я сундуки не открывал. Только... Нет, это я его открывал, вроде. Я не знаю, чувак, мы заблудились. Какая разница, это убили. Ну да. А вот. А там, слышь, какой-то темный этот туннель. А, нет. Вот там и нет. Там еще один спустился. Может, там еще эти гады. Если что, их бьет кто-то один. Ты уж начал бьет. Смотри, трон. Чего? Вадима! Посмотри. Нифига, вот это меч. Урон 11. Какой? Вот этот вот. Офигеть. А, ну все равно как бы круто. Мне лично нравится. Железо забери. Ага. Стри. Погоди, там был ТНТ? Нет, не было. Тут еще. Чувствую, ты мне врешь. Нет, я сильно. Да ты посты там нету, я. Стри, тут еще крали. Где? Спаунер? Ого. Стоп, погоди, факела рядышком, а все нормально, ничего нет. Ну, мы обошли какие-то. Вадима, там это выпало. Я сейчас быстренько. Что, кто выпал? Нет. Зачем ты его убиваешь? Я говорю, давай мне их убивай, блин, ты забыл? Что, да отойди ты. Вон там, он видит. Отойди. Отойди. Так, все, иди. Влазь. Я закрываю. Тебя борца закрывать? На. Нам у меня исколочки. Я хочу себе фулсы такой. Ладно, пошли. Я их убиваю. Чего? Отойди, блин. Ай-яй. О, там этот гномик. Подожди, я его тоже убью, сделаю тоже по Али. Нава, Африка. Сань, отойди от него. Иди. Как он, блин, извини. Дай мне их убивать, за них трогается. Это хрень. Вон, иди, убивай их. Только еще спавнер один. Либо они не попал в ХП снимают. Он... Блядь, сколько их, иди еще спавнер. Спал спавнер, то ломай, у нас уже дофига спавнер. С него упала рыба. Надо взять факела. С него упала рыба. Рыба упала? А, да. Я, кстати, видел, что я с ним. Нифига, тут продолжение. Опа, иди сюда. Сюда иди. И снизу, там тентишка, по идее, должна. Она именно вот именно под этим сундуком. Там низ, чувак. Там куда низ. Низ. Там низ-то просто я. Возьми его, и железо возьми. Давай, железка. И, кстати, на, все шашки. О, спасибо. А что она делает? Знаешь, это не на вафельку, на чипсину чем-то похоже. И звук такой же. Чё? Ладно, пошли. А теперь нас такой вниз. Мы разве не спустились вниз? Мы спускались вниз, ну там. А нет, мы там нашли проход. Ну. Вот это дерево. О, с него выпали золотые наггетсы. Так, давай вниз. Знаете, золотые наггетсы и пшеницу. Давай. Подожди, тут еще карики. Сзади тебя! Угу. Ладно, я пока вниз спущусь. Если что, кричи. Если что, кричи. Если что, ты кричи только. Нет. У них что-то пишется, что у них одно хп, это просто багает. О, слизень. Вадима. Знаешь, что слизень обозначает? То, что реально в той шахте, которую говорил я. Где-то Минотавр. Нет. Да, там. Там еще несколько этажей. Все равно может быть, он уже и тут, я тебе говорю. О, я еще мячик нашел. Да я тут бегаю. Я сильно никого не достаю. Пытаюсь. Я слизь не убью. О, наковальня. Забирай наковальню. Точно, у меня же меч на добычу, я слизь добываю.
слизь? Зачем она? На куски мармы, чтобы делать зеленую стойкость. Нет, там еще один внизу этаж есть. Последний этаж. Под лестницей где должен быть этот сундучок? Там прямо толкаешь хрень, как там такой же дрончик был, короче. А. Здесь он. What? Крипер, что ты делаешь? То есть я сейчас твоего крипера убью, на мечом отвечу. Радуйся. Ура, ура, ура! Так что ли мне радоваться тебе? А, красавчик. Вадима, давай. Я сделаю дофига TNT, потом взорву наш дом. Я больше не говорю. Ой, там слизень, которых я не люблю. Который плюется слизень. Ты где вообще? Я внизу бегаю, не боюсь, чувак. Ты сам внизу? Там их два. Тут два слизняка, которые плюются. Они мне по КП снимают за раз. Фу, я хуй. Я нашел, смотри, я что нашел. Да, это мы, кстати, я тебе сказал. Ага. Да, там еще ниже есть, вон. Да, ниже это самый последний. Я, кстати, нашел к нему проход. Еще здесь опять куча этих крабиков и... Ай. Еще и игнорю кучу. Кстати, к нам довольно такие неплохо подкидывают, я бы тебе так сказал. Смотри, вот сейчас мы снимаем. И потом доснимаем, и прикинь, сколько эта серия будет вешать. Я думаю, что меньше, чем гига на 4, ты можешь меня делить. На 4 гига. О, господи, Вадима, ты меня так не упугай, я... Спуск ниже, еще вон там ниже. О, крипер, целых два. Не подходи, я купил свой мечом. Да я не подхожу, я вообще тут лазю, Вадим. Факела расставляю. What the fuck такой? Там еще один. Там слизень мой нелюбимый. Ой, он взорвался. Опа, взрывик такой был. Он сломал два блока. Хуй пидорас. Нет, здесь под лестницей еще нет. Господи, нет, давай сначала я вдвоем вместе исследуем. Чего? О, я три этих нашел. Радуйся. Ура, 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 где ты? Ура, давай, Вадим, и пир устроим. Ты где вообще? Я палочкой сделаю. А, я нашел спуск еще ниже. Сейчас, подожди, факела. Я нашел, почему ты внизу? Кого? Там, походу, кстати, еще ниже даже есть спуск. Жди меня, кстати. Я там был, где ты криперов убивал. Я щупал. Опа, я тут второй проход нашел. Жди меня, блин. Факел сделал? Да? Да нет, ты где? Я тебя опять потерял. Вот я вот за эту сундука, который только что сломал. Какой? Я за тебя. Давай, дай мне факел. Пошли. Куда же ты зашел еще проход? Я вон там видел. Ниже или выше? Нет, выше. Да. Нет, это я только что там был. Погоди, если ты там был... Я туда бежал, как мы это не встретились? Я был наверху. А. Все равно. Я там стоял и никого не видел. Нет. Короче, у меня идея. Пошли в комнату, где лава, и спрыгнем туда вниз. Ну, аккуратно. Спрыгнем в лаву, давай прямо в лаву, Вадим. Я нет, не спрыгнул. Чего ты там подходил? Ну-ка иди ко мне. Чего? Ты ко мне. Вот за ты, кстати, вообще тема так, тут бегать. Порох. Кого? О, порох. Дай мне мои слитки. И два слитка моих тоже отдай. Да забирай ты меня, не нафиг не нужен. Наковальню нас забери тоже. Зачем? У меня места мало. Ладно. Пошли искать, где это ты? Я не знаю. Я думал, ты знаешь, я из-за этого к тебе телепортировался. О, крабик. Отойди. Лёша! Ладно. Ладно, тогда я гномов хотя бы дай убивать буду. Давай тех, у которых есть вот такая вот броня. Пошли наверх. Пошли. Самый верх уже залезем. И чё, да, и оттуда будем прыгать. Нет. Погоди, она по идее где-то тут рядышком. Стой, иди сюда. Вроде где-то тут она была. О, я возле крабика. Ладно, всё, короче, я заблудился. Короче, поднимайся куда мне. Держи, карту найдёшь, я пока крабиком. Ладно, давай. Я ничего не нашел. Давай, пошли куда? У меня 12 рыб. Ну, подожди, я думаю, нам придется сломать себе спавн, но там есть, конечно, так что ничего страшного. Подожди, я их убью. Ты ломай спавн. Подойди поближе, а? Да они меня колотят. Они мне уже много брони сломали. Что-то кто-то сломать спавн, что ли? Я ждал твоего момента.
Истина. Отойди не ломай, там может быть ловушка. Нет, там просто комната, где их куча. Кстати, почему-то тут земля. Ты не считаешь это странным? Слушай, мне кажется, за вот этой фигней, да, там есть сундук. Ты уверен? Я вижу их там, да. Ну, поскольку у нас есть еще одна такая комната, мне придется сломать. Слушай, ты слишком рядом этот поставил, факел. Нет, я вот спамятный набираю. А, ну тогда ладно. У нас река. Что там? Броня. Какая? Вот. А, листой. И чё? Потом я тебе. О, какой я нашел. Молоко, наконец-то. О, чипсы. Что это? Да чипсы нашел. Ну, дай мне у тебя еще мои кусочки. Какие? Да я тебе кинул чипсы. Вон мои кусочки. Да не эти. Чего? Да не... А, ты насчет этого? Да, дайте еще твои чипсы. У меня хуже 48 штук. Кстати, пошли там внизу же, что там же была такая же комната. Мы не залезли, а там два сундука оказывается. Тебе придется все сам доехать. Слушай, давай спрыгнем. В лаву. Сзади. Стой, крипера я сам. Да, у меня же меч, а, ну точно. Предупредить никак. Ты же мне сам говорил, не лезь, не лезь. Если вот. Он идет сзади меня, то можешь и лезть. Кстати, ну-ка я попробую лук. Воспламенеем, да, на. Блин, он больше был на бесконечность. Я помню тогда. Я еще один буролук нашел, прикинь. Печеньку захавал? Ой, нифига, смотри, сколько он ровный. Сколько? Ну, нормально. Да нет, коровы. Тогда было круче. Нет. А, кстати, я... Погоди, у меня какая-то сейчас фигня была. Или мне показалось. Типа, что-то сказалось. Вон там, ты куда побежал-то? Не, вот, ну, я тебе говорю. Вот она, ты просто не туда побежал. Здесь на самом деле лодка, просто я чуть-чуть. Да, прыгаем тут. Постели мне один блок. Ладно. Подожди, тут надо еще. Подожди, отойди. Давай. Там эта твоя обезьяна бегает. Блин. Господи, ну ты в лаву спрыгнул. Да блин, я тебе говорю, вали ее, а не сюда, вали. Нет, она сверху, она нам ничего не сделала. Любой здесь босс. Главное, ему так низко не будет, если не одного факела. Подожди, у меня полный инвентарь, может на комнату пошли в центр? Не, зачем? Да пошли. Да. Астерта 2. Возьми там там ведро. А нет. Зачем нам ведро? Чё, нам стрелы возьму. Я там столько ведер понаделал. Зачем оно нам? Нет, тут нету босса. Почему? О, там синтишка, я ее сломал. Где? Все взял вроде. А теперь на холм. И чё, тут нету босса? Там, подожди. Погоди, давай я... Хотя бы изумруд соберу. Там сверху изумруд был. Нет, пофигу на него. Стоп, подожди. А это может добыть? Можно, да, кому поедет обычный грузик. Почему? Ты не там ломаешь. Зеленый ломает здесь зеленый. Стоп, подожди. Нет, он тут даже не откроется. Капец, жалко. Здесь нету босса. Может быть на щелочное касание надо? Ну давай. Мы же потом пойдем сюда, влазим, пойдем еще искать. Чего искать? Окей, ты влазишь. Ой-ой. Ты горишь. Какие твои были это ощущения? Погоди, где ты еще? Да, все сгорел. Что ты дал мне? Рыбу? Кстати, я могу сейчас пожарю. Меч на прочность, на мародерство 2 и прочность, да. Вот это будет еще дольше нам служить. А что из ртути можно делать? Ничего. Лёха, подожди, я тебя про это спрашиваю. Про что спрашиваешь? Алмазный меч у меня на мародерство, я могу, у меня крышка на прочность 2, и зачарить его? Конечно, зачарить.
У меня карта опять изменилась. За сколько она у меня? У меня 16. Разбираю вот эти вот стулья. Надо смысл. Чего? Супер стак залазить. Угу. Сунуть это и разбирать. В смысле разбирать? Собирай все. И ботинки тоже. Зачем? Из этих листьев можно сделать кирку на удачу 3. Ага. Просто плюс это, блин, не зачально, а если сделать зелье, ну, не случайно. Дай палочку. Потом. Сколько за левел? Подожди, сколько? 5 левелов. Дай мне их, куда ты пошел? Я палочку пошел искать. Зачем тебе палочка? Чтобы делать кирку. Только 3, все, остальные меня ешь. Удача 2. Два? Да. Все, давай мне листики. Подожди, кирку засунь сюда и простри. Зачем? Давай ее тогда алмазом заменим. Дай с алмазом. Давай. Сколько левел? 9. Не надо пока. Потом, у тебя не хватает. Алмазы, я уберу на место. Забери. Убери на место. Куда ты? А тебе там еще сколько алмазов-то? Фига, сколько у тебя ртути. Кстати, чего? Давай делай, ну. Я пока тут это... садоводством. Ты вообще кинь. Нет, мы будем искать, мы же там одно допустим. А, у меня чарм инвентаря 4. Теперь у меня есть чарм инвентаря 2. Кстати, а как ты печенью эти крекеры сделал? Okay. Вот эти вот. Ага. Они, кстати, нормально восстанавливают. Так, как там мое дерево? Мне только нормальный будет. Мне земля нужна. Два лука с трехэтажными чарами, один с двухэтажными, ну, не пойду. Чего? Я вообще не понял. Луки у меня, два лука, где три чара на каждом. Все мои. А, кстати, дайте молоко. Давай. Сколько, кстати, для торта надо? Три. Печалька. Угу. А, вот еще стрелы, где еще один. Я рыбку пожарил. Мне какие книжки у нас тут? На вас это 10 тростника. Ой, как у меня мало земли-то, а? Что делать будем? Не знаю, пошли отсюда. Подожди ты, а? Я своим садоводством так и не занялся. У меня вылетело почему-то. Нет. И у меня появилось зелье. Это ты мне дал? Тогда как-то странно, не чувствуешь? Мне интересно, а почему вот это вот не за... это... Что-то походу оно замораживает или это не оно? Оно походу само, я да? Я щелков на спавне встречаю. В смысле? В смысле? Я с ним мега броней чарю. А. Еще у меня меч такой бичарский. Ну бичарский-то это точно. Стекло большой. Бичарский. Ему походу не интересно. Так, подожди, я не найти это не могу. А вот она, костная мука. Чего? ДП-шися. Мы хотя бы пойдем на самый верхний этаж на третий и будем там это искать. Сам будешь искать. Мир с таким
мира с таким. Короче, теперь можно только из этого будет свои деньги открыть с работы, потому что все не успал. В Туэтом мы можем это просто. Ура! Да почему в Туэтом мы можем это просто, а мы нет? Не знаю. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Подожди, я тебя сбил. Избивай меня. Здесь, короче. Ой, зачем я блок-то под ней сломал? Ладно. Это никто не видел. А давай, чего? Решу. Мы же еще видели спавнер. Я не знаю, что будешь делать ты, но я буду еще искать этих. Ты разве не видишь, что я делаю? А? Это ты думаешь, херня? Это красиво. Красота, искусство. Подожди, у меня там... Мне найти спавнер этих, потом делать, что хочешь. Я буду не фармить. Так я и так буду делать, что хочешь. Я и так буду делать, что хочешь. Да. Видишь, как я круто сказал, а? Сказал, так сказал. Не знаю. Знаешь, что еще не могу найти? Как? Блин, где оно? Оранжевое дерево я не могу найти. Вадим, не плачь. Ты не сможешь плакать, знаешь почему? Тебе вообще глаза выкрутили. Да я тебя найду, подожди, дай я хотя бы дерево свое досажу последнее. Хорошо. Оно не хочет расти, почему? О, все, наконец-то. Может, еще будем один лабиринт какой-то? Нет. Хорошо. Нет. Я нашел проход, туда мы не ходили. Тут сундук. Еще осколочки. Еще одна книжка. Кстати, я потом, я сейчас еще буду тут хренью заниматься, как ты сказал. Ладно, помогу, подожди. Только не страдай там. У нас земли, прикинь, а просто вот тупо вот земли. А, нет, маленько вот есть земли и все. Кого? Да мне земля нужна. Ты что гонишь, чтобы я твои инструменты? Мне земля сейчас вообще нужна. Земля, земля. Земля в минаторе, земля в минаторе. О, 30, все, нормально. 38. Еще скажи, что ты последний спавнер сломал. Нет, у нас было два. Даже если я его не сломал, то... Нет, он был выше вот этого. Ну ты надейся, чувак. Нет, там другой коридор был, там он был в коридоре. В коридоре? Красавчик. Подожди 5 сек, а. Мне буквально тут... Мне 5 блоков земли осталось доставить. И деревце садить. Кстати, я хочу еще фантомов найти, куда они улетели. Они куда-то улетели, а куда? Два? Чего там у тебя? О, все. Чего? Обсидиан. Я, кажется, понял, где босс. С обсидианом. Хочешь, телепортируюсь к тебе. Что ты мне принес мою алмазную кирку? А, вот что ты меня просишь. Я хочу, чтобы ты телепортировался, по-моему, вон она, да, нет, нет, она вторая. Вот это? Да. Теперь ты пока мне. Окей, подожди. Еду я взял. А, подожди, ее можно пойти. По теории, зачем здесь нужна обсидиановая стена, если мне не за этим? Все, я отправил тебе запрос, давай. Ну да. Я тебе буду здесь есть. Два не могу. 100 рублей. Ах, толпа есть. И чё? У меня большой меч. Думаешь, я тебя за 100 рублей все равно не разведу? Стоит, иди. Не лезь туда, не лезь. Не надо, я сам, Лёха, не надо. Ты что, вот ты же кирку, ну дальше три переводи, да? Но она все равно 132, только использование смысла-то. Добывай, Вадима, добывай! Добывай! Я не понимаю, это реально прикол какой-то или что? Там стена. Там что есть, там что-то есть, а нет. А тебе не легче с под низу? Просто обсидиановая стена, короче. Обсидиан бы забрал бы хотя бы, а? Хорошо.
придурок. Нельзя, я же тебе сказал насчет этого. Что нельзя? Сам знаешь насчет чего. Да, раз ты тут, иди помогай мне искать папу. Кого? Ну пошли. Я не спал, я не спал, ой, надо искать. Точно он тут был, по-моему. Так, вот я нашел его, иди ко мне. Давай. Так, один сломал, второй есть еще. Я все равно я хочу два, но у меня две, потому что он будет. Сейчас, подожди. Вода протекла, это раз. Проблема номер один. Проблема номер два, там эти крабики. Я бы шел, может... Давай я воду закрою. Ты их убивай, я воду буду закрывать, давай. Ой-ой. О, подожди, иди. Они даже нас тронуть не смогут. А-за-за. Ого, да ты гений. Что там? Там порох. Мои боты. Ты все забрал. В любом случае, это забери все, там что порох. Там три пороха. О. Что у тебя есть? Да вот, посмотри. Есть мои слитки? Нет, ну это так... Ой. Слитки? На себе вот это вот. Не, нету. Чего? У меня есть магическое ядро, из него можно сделать. Покажи, карту, ты мне покажи. Карту лабиринта? Покажи мне. Из него можно сделать карту лабиринта. Это монетка. У меня таких в кошельке много. Отойди, все, я буду этих ловить. Возьми, вот ты говоришь насчет этой монетки, я тебе могу их потом дать. 1 рубль. У меня точно так же 1 рубль выглядит в кошельке. Погоди, что мне сейчас делать? Что хочешь? А, ну я пошел тогда дерево выращивать. 5 этих. Я буду здесь фармить этих, хочу на обоим сделать полную с этой тупой брони. Ну, это типа как супер-пупер броня, да? Нормально. Кстати, домик абсолютно я делал. Домик абсолютно я делал, да? Я же молодец, Вадима. Да, я знаю. Сам в шоке, то, что я такое творение сделал. Кстати, мы потом кое-что в доме... Какую? Кстати, скоро ты мне будешь помогать дом это... убирать. Мы будем это с тобой. Не из обычного вот камня вот делать вот этого вот, а из другого. Путы, какого камня? Не из дерева, а из этого, как его сейчас тебе скажу. Каменные кирпича будем делать его. Абсолютно. А сейчас мы идем еще в... Не, ну это потом, да. Кстати, ребята, ловите координаты. Кого? Нашего дома. Зачем? Не знаю. А, тут точно, забываю. Он просто маленький такой, я забываю, что тут координаты на этом компасе показаны. Че у тебя там? Да пофиг. Ну это на компас похоже. Так, на тебе. Пошли, там еще есть у меня одна. Чего? На карте вот смотри, где на карте. Раз там есть неподалеку Нага, возможно, она еще жива. И еще один лабиринт. Нет, ты мне дай посмотреть. Люди. Сразу вам говорю, все кроме Наги, мы уже смотрели, там ничего не было. Вау! Ого! Мне не показывает. Нет, еще раз. Да. Потому что ты ее не создавал. Да, я не создал, мне ничего не показывается. Нет, что, пойдем еще на один лабиринт? Ну потом, давай, а? Когда? Когда? Да, вот именно, вот когда. Потому что сейчас я снимаю 35 минут еще, и потом еще мне заливать 42 минуты, и потом еще... Ну вот. Мы сходим туда за кадром, потому что мы вам отдали. Нет, потому за кадром я не буду. Нет, мы будем снимать того, которых мы деремся с фантомами. А, ну с фантомами, да. Кстати, голова все-таки. Почему ее одеть нельзя? Не знаю. Ты бы с ней бы ходил бы, да? Что, и зачаровал бы. Да, искать пока то место? Давай, иди, я пока это сверху там кое-что достроил маленько и все. Хорошо. Что мне там сильно надо, ничего не надо. Ну, думаю, на это уже пора заканчивать. Нет. Я сейчас доделаю и закончим, ладно? Мне кажется, никто не против. Я против. Ну, это единственный. Я всегда против. Вот как тебя не послушать, ты вообще всегда там. Я всегда против, и я всегда прав. С первого левела зашивалась так прочность. Угу. Почему это
такое не происходит, когда ты делаешь 30-й левел, вот, только чтобы больше, а? А, да. И почему такого не происходит в одиночке? Все, теперь к нам стопудово никто не подберется. Чего? Нет, в смысле пауков есть, от пауков делаю. Я не знаю, я ни раз не видел. Ну видел, конечно, но не помню. Может, попробуй. Насчет пауков. Пауки, пауки. Чего? Ты чего, Вадим, мутишка, корова? Из-за того, что я открыл эту карту там, она забагалась и показывает эту местность. И показывает, что я там. Я ничего не понял. Смотри. Чего? Это чем-то на глаза похоже. Как я должен с этим теперь разбираться? Я не знаю. Кстати, карта не прогружается. Нет, она что ли другая стала или миллион? Это моя карта. Ты ее опять поставил другую? Нет, это ты ее поставил. Так я-то свою поставил, а почему она опять? Не ставил, когда север был. Блин, и что она получается удалилась? Мне новую карту опять делать? Да ну нафиг. Ой, не надо, не надо, мне такие мучения. Я пришел оттуда. Угу. Я помню, что я пришел прямо. Хочешь, я пойду? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чего? Медиа. Какая? Кстати, ребята, вот это вот все мы с грифели, который там. Кто смотрел? Вот обязательно это говорю. Обязательно. Да, обязательно, Вадим. Потому что как без этого-то? Ну, как бы... Самый важный вид, который должен сказать. Знаешь, почему я это говорю? Знаешь, почему я это говорю? Ты хочешь, чтобы меня забанили. Нет, не потому что, чтобы я хочу, чтобы тебя забанили. Это в той серии, просто это никто не слышал. И что? Мне надо было это сказать. Понимаешь? Кстати, отдай мне мою бумагу. Взял всю мою бумагу, скинул. Погоди, а где она теперь? Тебя где-то в сумку. Сейчас отдам. А тебе зачем она? Ой, тебе помогай мне искать. Мы вернулись. Тук-тук-тук. Ой, ладно. Кого? У тебя золото есть? Оно мне нужно для крафта. Каких именно? Стоп, погоди, может быть я пока тут... Смотри, оно мне нужно, чтобы делать вот такие вот металлы. Ого, посмотри, сколько у нас всего-то. У меня больше. Чего? А, это только у меня, да, столько получается? У меня больше. У тебя сколько этого? Знаешь, ты не можешь положить эту точку? Люди вот прям в таком видео, почему не можешь положить этот листок? Вот сюда вот листок, почему не можешь положить? Я не знаю, конечно, насколько я понимаю... Знаешь, что самое прикольное? Ты в той серии обещал, что гид посмотришь. Нет, я говорил, мы просим у вас гид. А, сделать, да, точно. Мы сделали, либо скинули на нормальный гид, потому что... Потому что... Кстати, где еще одна моя пустая карта? Не знаю. Я у тебя вообще ничего не трогал. А, знаете, ведро. Зачем мне ведро? Давай ведро, кидай еще раз. Я ловлю. Блин. Я думаю, ты опять возьмешь. Что, тебе вафельки дайте? Вафельки, давай. Да, ты не, это не вафельки. Это на крекеры больше похоже. Написали бы это крекеры. Не знаю, ладно. Не трогай мой этот. Кого? Мою броню трогай. Угу. У меня своя есть. Нафига она не твоя. Тем более я вообще ничего не делаю. Самая крутая вещь на мне, которая надета, это шлем. Просто он защитит 3D. А вафельку может? Это... Не, нельзя. Да. Прикинь, подходишь, там чувак просит тебя, дай вафельку, и ты берешь, а она так в огненном урон 10 косарей, допустим, берешь его, убиваешь этой вафелькой. Прикинь, как в чате это будет писаться, убит вафелькой. Прикинь, как потом это друзья-то будут его на нем ржать-то. Бедный человек. Да. Потом просто бедный человек будет. Блин, мне маленько земли не хватает. Вот буквально вот маленько. Ладно, я пойду землю добуду, наверное. Хоть что-то сделаю. А мне надо просто взять. Давай. Правда, я
кстати, кому нравится наш дом, ставьте лайки, наверное, или напишите, что бы вы хотели. Кому нравится броня, которую я сделал? Ты ее так и не сделал. Я сделал, у меня... Да нет, я не про эту говорю броню, про другую, которую ты собираешь эти самородки по одному. Я сделал штаны, да. Шлем у меня так крутой, не надо. Он как тот, просто... Он как тот. Все равно мне интересно, что за магический камень? Из него какие-то прикольные блоки, кстати, получаются. Да, вот это вот для алтаря, который ты хотел. А, точно, блин, забываю. Так, а мы не можем сделать его, потому что я буду изучить. Угу. Жалко, кстати, я бы хотел бы очень сильно. И, кстати, сейчас мы пойдем изучать вторую лопату. Нет, подожди, я лопату не могу найти. Если я найду вход, то мы пойдем изучать, да? Нет. Хорошо. Нет. Не знаю. Не знаю. Подумаю. Ну сначала, я тебе говорю, я маленько вот земли, буквально мне там маленько осталось, я добуду. Я ничего не говорю, что ты не копал, я еще дырем идти буду. А если я даже дойду, я не видел, когда вход. Ну, вот с этим дойдет заодно и как бы не должно показать, кого-то открыть. Кого? А, вход-то, я да? Я не знаю, кого открыть. Это помнишь, священная макрель... Которая моя. Да-да-да. А ты говорил, не нужный хлам, зачем? Я ж не знал, что она что-то открывает. Да реально, они оказались себе ключом, и я хотел это выкинуть. Да, он вообще мега медар, он хотел выкинуть наш единственный ключ, из-за которого мы будем просто так. Если можно быть, как бы выиграть далеко была. Я сейчас туда дойду, если я не найду, то пойдем идти. Хорошо. Нет, если я не найду вход, то я просто хочу домой, где ее бегу. Ты чё, с ума сошел? Я-то не пойду это мочить гидру. Я ее боюсь. Ты меня прикрывать со спины будешь? А, кстати, снюхай Вадима. Я знаю, я это говорил, я просто в каждом тебе. Снюха у меня была 2 минуты назад, сколько. Да пофиг, это уже не суть-то важно. Но держи не будешь 2 минуты назад, это не важно. Не, ну 2 минуты-то это что, Вадима, так много что ли? Ну и чего? Ты счастлив, это радуйся, что я тебя вообще поздравляю. Кстати, это ты вот это вот сделал, а? Трэш. Все, короче, баном даем за это. Угу. Они мой домик портят. Кстати, а может всех боссов обновили? Возможно. Я сейчас бегу возле замка Лича, может мне подняться там или что? Не надо, Вадим, не Лича надо. Я не хочу, надо. Погоди, каких у нас голов нету? Лича у нас как раз есть. Есть, да, Лич. Значит, не будем его убивать. Наги не... Гаст. Нет, мы вместе будем с ним разбираться. У меня есть, кстати, лук, ну, то, что, да, я буду с ним разбираться. Угу. И потом все. И Нага, и Гидра. То есть я на карте вижу Нагу, так что если Молов реально обновили, то Нагу можем прямо сейчас убить. Главное, чтобы я ее добил своим мечом. Угу, окей. Я, а кстати... Карты, я тебе говорю, давай я буду их валить. Чтобы лутать их, а ты... Да, хорошо. Интересно, этот чувак вообще заходит, наш сосед? Это оказывается она, походу. Дом большой мамки. Тут находится твоя мамка. Не просто что... Кстати, она... Подожди, а где вход? Чего? Погоди, у тебя есть эта светопыль? Я у тебя это... Нет, я у тебя брать не буду, я хочу тебе это потолок хорошенький замутить такой, прикольный. Да, ты не против? Светопыль. Ладно, а что мне тратить? То, что светится. Шуков. Как я тебе их на потолок прилеплю? Ну они на потолок, но они как-то некрасиво, стрёмно как-то будут выглядеть, Вадим. Сейчас, подожди, я найду, может что-нибудь светится тут из этого всего. Что может светиться, а? Снег? Давайте снег сверху поставим и факел возле него. Чтобы потоп устроить. Если верить карте, вход должен быть прямо подо мной. Я его не вижу. Что я вижу, но какой-то не вход. К
Где ты, кстати, вот такие красные доски нашел? Которую мы... Не, просто реально прикольные доски. Все, я придумал, из каких досок я буду тебе делать этот. Надеюсь, ты не против. Так, что тут еще есть? О. Так это я зря сделал. Нет, сначала я поставлю эту еще возьму. Ой-ё, сколько нам придется этого всего затратить. Ну ладно. Для Вадимки на день рождения ничего не жалко. Чего? Скажи, зачем нам вот это вот? Блок вот этого вот, редстоуна. Кстати, кто-то был у этого даже не того, который я сейчас пытаюсь найти. Был? Он тут кроме Вадима на компас, на часы больше-то и на что больше тут и не тратится сильно-то. Его вообще тут буквально помаленьку надо. И всего. Смотри вот сам, посмотри. Крафты не такие, что. Нет. Зачем он? Я так и не нашел вход в тот кубик. Извиняюсь, но я не смог его найти. Чего не смог? Да нормально, потом все сделаем, ты еще. Все равно потом сделаем. Я сделаю. Да не факт, он хочет спеть. Подожди. Вот, ладно, это же синяя шерсть или это синяя... А, это доски. Это синяя... Да не мой факел. Чувак. Они снизу были? У меня нету их вообще. Нет, у тебя факела есть? Нету. Вот, что у тебя делать, листики? Ты не все равно будешь. Слизь у тебя есть. Вот у кого слизь оказывается, будет единственный кусочек. Чувак, я вообще не обращаю внимания. Я вот... То, что я обращаю еще вообще внимание. Зачем ты скинул туда эссенции? Так я их добывал, я их потом туда скинул и все. Ты еще слизь. А, погоди, а тебе зачем слизь-то, я так не понял. И чё? Ты умеешь зелье варить? Нет, не умею, представляешь? Кстати, потом научишь, как зелье кинуть. Окей. Не, я надеюсь, Вадима, что ты не против, что я сейчас так ресурсы нахрачиваю. Ну займи, ну согласись, эта хрень нам для чего не нужна, да? Кого? Я не знаю, я не смотрел. Какие две одинаковых сабли? Чего? Ничего делать нефиг больше. Я слышу паучка. Да, все-таки слышишь, он падает от это. Он залезает, короче, наверх и падает. Факела. Сейчас я тебя найду. Они тут, я тебе говорю, тут дофига их было. Вот они, смотри. На. Все, теперь отвалит меня. Тебе хватит столько, иди давай. Вон есть булыжник. А сколько было? Подожди, я к нему прошу кое-что. Вадим, заметь, я булыжник, иначе. Я пошел кое-что забить. А, я тоже. Подожди меня, подожди меня. Мы вам покажем? Подожди, стой. Это сделали не мы. Это мы сделали. Подожди. Да я знаю. Где еда? Я бегать не могу. Сырая, это сырая, да, говядина? А, вот есть рыбка. Я тебе рыбу давал, кушал. У меня там 25 рыбы где-то валяется. Ну вот где? И я тебе скажу, что этот чувак не заходил. Сейчас, подожди, только не подходи там близко. Я подошел, подожди.
Там же... Карты какую карту? Ничего не трогай. Да, короче, тогда повешь эту карту для красоты. Да, вот эту карту повешешь для красоты. Давай. Это моя рабочая. Вау. Вот это все мы сделали. Люди, теперь вы понимаете, почему мы просим гадить по Таункрафту? Сейчас, подождите. Это... Нет, я показываю, что это не наша территория. Вот это был нормальный кавалер. Понимаете, почему нам нужен гайд по Таункрафту? Да, гайд. Да, я ушел. Хомы. Слушай, почему ты меня считаешь злобным? Ай, блин, ты же не тот. Господи, ты меня напугал. Ты меня напугал. Гидра же это получает ожог? Нет. Гидра это, у которой три головы. Сначала. А, это не жук, это динозавр. Сейчас тогда я найду, где мы... Идите нахуй, чё это за хуйня? Чё случилось, Вадим? У меня какой-то хрыч. Он очень большой. Он большой. И чё? И он фул с этим броней. И я сейчас умру. Тебе это пашется? Да. Да не, я тут... Ой, убрал. Давай. Живее. Давай. Я ещё погрузку поставил побольше, у меня из этого лагает. Чё ты увидел? Смотри, на той стороне видишь такие воины маленькие такие. Да. Он фул с этим. Ого. Сзади тебя! Извини. Я думал, ты его выкинул. А давай их убьем. И твое было. Ты где вообще оказался? Как... Нашего места. Отойди. Отойди. Я их убил. Все, это все? Не знаю, они походу здесь парятся. Вон там еще, по-моему, один. Можно я хоть одного убью, а? Раз здесь они, может, где-то поблизости эта хрень. Какая? Ну, гидра? Нет, это форт. Я вообще ни одного не вижу. Не, ну ты нифига тут заспал. Там двое было. Заспавнился ты так. Формально как четверо я был. Они же... Это они как... Он сидел на голове у друга. Ну, на голове? Я только сейчас до меня понял. Догнало. Погоди, я вообще где брожу, я не понимаю. Это сумеречный лес ночью, да? А. Нет, это сумеречный лес не ночью, а... Именно этот лес темный, знаешь, что такое? Я понял, где мы. Ты пошли уже домой. Я только сейчас заметил, где, куда ты спустился. Это то место, где мы то, что где мы входили. Угу. Можешь показать то место, где вход был. Да я лучше уйду нафиг отсюда. Я не знаю, куда идешь ты, О! Я иду в гиду. Нам птица нужна? Да, это птица, да, это птица нужна. Где она? Да, нашел ее. Да. Перевыпали? Нет? Нет, не выпали. То есть я подхожу к гиде. Я уже ее вижу. На карте. Если на карте ее за километр, гиде сейчас не бывает. Так, ладно, чувак, пора заканчивать. Да, и все. Пока. Всем гудбай, ребята. Короче, да, всем, короче, пока, ребята, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилась эта серия, которая длилась, ну, где-то больше часа, всем. Короче, давайте я объясню. Мы засняли одно видео, потом нам... Помешали? Нет, не помешали. Нам показалось то, что сервер удалили, мы засняли даже про это, но это было в начале. Потом мы еще вот сейчас засняли. Короче, в итоге три серии где-то так. Ну, мы их как бы вместе сложим и склеим, да. Короче, ну, скотчем. И все. Всем удачи, всем пока-пока.